Подозреваемую в совершении серии краж задержали люберецкие полицейские. Ранее судимая 30-летняя жительница Ногинска попала в объективы камер видеонаблюдения в одном из магазинов косметики на Октябрьском проспекте. Злоумышленница воспользовалась моментом, когда одна из покупательниц отвлеклась и похитила из ее сумки мобильный телефон. Оперативники установили и задержали правонарушительницу через несколько дней, когда она вернулась на место преступления. У стражи порядка есть основания полагать, что задержанная причастна к совершению кражи денежных средств из сумки пенсионера в отделении почты. По данным фактам, возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Что с телефоном сделали? Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.